8 сентября в Донецком городском молодежном центре состоялась выставка-конкурс по стендовому моделизму, приуроченная ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В рамках мероприятия Донецкий военно-исторический музей представил работы мастеров Донбасса. Это уже второй раз мы проводим. Все-таки у нас клуб возродился заново в августе 2014 года. Первую выставку мы на следующий год в 2015 году, в конце января, в музее Великой Отечественной открыли. А здесь, когда нас в молодежный центр принял, Донецкий городской молодежный центр, мы решили в прошлом году организовать выставку, приуроченную к освобождению Донбасса 8 сентября, и провести первые республиканские соревнования, конкурс по стендовому моделизму, то бишь по трехмерным масштабным изображениям техники исторической миниатюры. В этом году мы это продолжаем. В этом году опять к нам приехали гости из Луганской Народной Республики. Номинаций много, номинаций целых 10 номинаций. Несколько номинаций авиации, несколько номинаций бронетехники, флот, авиация. Ну, то есть все, что вы видите, все это будет именно в варианте конкурса соревнований, не считая выставки. На выставке было представлено несколько сотен работ, среди которых боевая техника Советской армии, армии союзников, вермахта, копии дотов, железнодорожной боевой техники, средневековые воины, боевые корабли 13-18 веков, также и эксклюзивные модели. Например, модель экспериментального тяжелого танка Т-100 времен Советско-финской войны. Каждая модель – это творческий поиск художника. Каждая модель эксклюзивна по-своему. Стоит отметить, что кроме гостей из Луганской Народной Республики, на выставку приехали представители российского товарищества из Сургута. Наверное, я счастливый человек, потому что вот это мое хобби, оно стало моей работой. Можете себе представить, я иду каждый день на работу, совершенно не как на Голгофу. Я иду туда с радостью. Оптимальное сочетание вот именно тех требований, которые необходимы для воспитания молодого человека, барышни, кстати, в том числе, вот именно вот этих вот моделях. Это и мелкая моторика. Все-таки в таком вот возрасте это очень важно. Всего лишь несколько сотен рублей, и ребенок может погрузиться в мир техники. Он понимает, как, из чего устроен самолет. Это сразу же какое-то погружение в историю. Учатся молодые люди, это на самом деле сейчас очень важно, работать руками. Сейчас гаджеты, сейчас вот это вот виртуальное пространство, а здесь ребенок сделал что-то своими руками, то, что можно на самом деле потрогать. Это очень важно. Кроме того, состоялся ряд мастер-классов по стендовому моделизму, а также шоу авиамоделей, где юниоры представили свои первые работы. Я занимаюсь около 5-6 лет. Я решил ходить на эмулирование, потому что меня начали привлекать самолеты. Я решил попробовать сам их сделать. В целом, да, получается, мы делаем масштабные модели, планеры, радиоуправляемые. Меня привлекают больше всего большие модели. Мы их запускаем в основном с леера. Большая резина. Мы их запускаем в поле, натягиваем резину и запускаем. В завершении мероприятия для всех участников был подготовлен небольшой концерт с участием местных артистов, а также сборной города Донецка по историческому фехтованию. Маргарита Миронюк и Алексей Полянский. Новороссия ТВ.